Я вас приветствую, друзья! Сегодня, по многочисленным просьбам, я решил дать небольшой комментарий по версии Александра Касса. Мне и в личку писали, просили, и в комментариях писали, просили, вот прокомментируйте. Мне стали писать, что версия Александра Касса, она самая-самая правдоподобная из всех. Вот прям правдоподобнее даже невозможно найти. Честно сказать, я до этого ее не читал, хотя меня и обвиняли, что я как бы иду по его версии и при этом, значит, выдаю за свою. Вы поймите, уголовное дело одно. Там листов, ну, ерунда. Фотографии, база фотографий тоже одна. Но не можем мы не состыковываться с другими людьми, которые изучают это дело. Ну, никак не получится. Мы смотрим в одно и то же место. Кто-то там свое что-то видит, кто-то не видит. Ну, в принципе-то, думающий, любой знающий человек все равно увидит одно и то же. Ну, конечно, будет это созвучно в некоторых моментах. Но у меня-то есть отличие. Я же утверждаю, что палатка на склоне дятловцами не ставилась. Вот для меня это вопрос просто однозначный. Я пытаюсь это всем доказать, опираясь на уголовное дело. Мне сказали, что Александр Касс тоже утверждает, что палатку дятловцы не ставили. Я еще до этого момента не дошел. Ну, на склоне они не ставили. Это ладно. В любом случае, я считаю полезным труд вот таких людей, как Ракитин, Александр Касс. Чем он полезен? Они собрали достаточно серьезную базу из всего, что можно было. И можно, вот читая эту, так сказать, базу, опираясь на нее, можно гораздо проще находить какие-то моменты нестыковки и так далее. Единственное, что вот я уже об этом говорил, повторю еще раз. Каждый приверженец определенной вот конкретной версии, да, как тот же упомянутый мной Ракитин и вот Александр Касс, они уже начинают, собирая базу, уже начинают подводить под свою версию. И если где-то что-то не хватает, они чуть-чуть раз и подтягивают что-нибудь, понимаете? И когда вы начинаете читать уже изначально, казалось бы, уголовное дело читаем одинаково, а начиная читать вместе с ними, начинаем понимать, что, наверное, все-таки, смотри-ка, вот же, точно, тут вообще что-то не в открытую написано, вот там, диверсант или ракета, вот же, понимаете? И после вот этого долгого предисловия, для чего я его вам рассказал, чтобы вы понимали, вот, что сейчас я буду комментировать. Я вот открыл первую страницу. Я, честно сказать, до этого еще не читал версию Александра Касса. Вот прямо перед съемками видео буквально бегло вот открыл первую попавшуюся в поисковике страницу, да, на тему версии Александра Касса. И начал ее смотреть. И уже возникло у меня достаточно много вопросов уже вот потому, что я открыл. Статья называется «Где могла произойти гибель группы Дятлова?». Ну, я думаю, любой найдет. Я уж не буду ссылку на эту статью делать. Что, сами найдете, да? Что тут такого интересного? Начинается все вполне правильно. И эту информацию я тоже как бы озвучивал даже, по-моему. Что маршрутного листа в спортклубе не было. Маршрут, значит, составляется. Он оставляется в этом в туристическом клубе, откуда, кто им дает разрешение, да? Правильно? Для чего это делается? Ну, естественно, для того, чтобы потом понимать, во-первых, понимать сложность маршрута, потому что им же надо было именно, чтобы третья категория. То есть этот вот маршрут сдается, эти руководители смотрят, да, соответствует третьей категории, и можно им потом записать, что они проходили маршрут третьей категории. Если кто-то вдруг потом начнет проверять, а был ли поход третьей категории, а вот карта, вот смотрите, вот сложность, третья категория, все подходит. И на второй момент, естественно, чтобы их можно было найти. Ну, вдруг затеряются, извините, терялись и до них, и после них, частое достаточно явление.
Поэтому карта с маршрутом обязательно должна была быть. Ну, вот как тут говорится... После утверждения Дятлов заполнил 3 экземпляра протокола, из которых один экземпляр он отдал комиссии, второй экземпляр сдал городской комитет по физкультуре и спорту товарищу Уфимцеву, от которого получил маршрутную книжку, а третий экземпляр протокола и копию маршрутной книжки Дятлов должен был передать в спортклуб УПИ. И на основании этих документов он имел право получать снаряжение и деньги. Как выяснилось позже, Дятлов эти документы в УПИ не передал. А председатель спортклуба УПИ Гордо без этих документов разрешил получать снаряжение и деньги. Не имея протокола и копии маршрутной книжки, Гордо не мог вести контроль за движением группы. Это из допроса свидетеля Королева. И Александр Кас делает, в принципе, логичный выход. Вывод логичный достаточно. Согласен я с ним тоже, что... Но не имел права председатель спортклуба Гордо без этой карты давать разрешение на получение снаряжения и денег. Значит, получается, что карту кто-то изъял из уголовного дела. Ну, уже в этот вывод, но он же противоречит допросу свидетеля Королева. Понимаете? Королев утверждает, что не было маршрутной карты. И ведь Королёв это ведь тоже не абы кто, если уж на то пошло. Королёв это, как он сказал, по общественной линии, являясь председателем маршрутной комиссии при клубе туристов области. Председатель маршрутной комиссии. Вот этот господин Королёв, то есть он... Он-то точно должен был знать, есть маршрутная карта или ее нет. А... И он говорит, что ее нет, но Гордо без ее ведом, в ее отсутствие все равно, мол, пустил ребят в поход. Александр Кас, естественно, усомневается и говорит, что не мог Гордо так поступить. Но кому нам верить? Почему мы не должны верить Королеву? Почему не должны верить, что действительно Гордо мог так поступить? Что без маршрутной карты, значит, дал разрешение, ну идите, получайте и деньги, и идите, ладно. Ну, может, даже сказал, я занесу вам попозже, может, еще что-то. Мы же не были в том момент, откуда мы знаем. Но уже следует вывод, что Королев либо не договаривает, либо врет, председатель маршрутной комиссии, да, утверждая, что не было у Гордо маршрутной карты. А Гордо что-то утаивает. И все, вот у нас уже началось, понимаете, уже началась какая-то таинственная аура вокруг Гордо. И в дальнейшем он ведь и продолжает, я имею в виду Александр Кас, намекает, что Гордо, он как бы препятствовал даже началу поисков со слов Александра Каса. Удивительно. То есть, вообще он как-то вот то, значит, пустил без маршрутной карты, то поиски не хотел, значит, быстро организовывать. Потом повел их по ложному пути. Вот все это из этой статьи следует. Я вот забегаю вперед. Александр Кас, он очень четко, правильно заметил, и я это тоже отмечал, что у поисковиков карты вообще не было ни у кого. Карту маршрутом дала сестра Колеватова. Но самое примечательное, что эту карту, во-первых, почему у сестры Колеватовой эта карта вдруг оказалась? Но самое странное, откуда у сестры Колеватовой оказалась эта карта? У Колеватова, ну, у их семьи, у Колеватовых, я так понимаю, был тогда некий знакомый Игнатий Фокич Рягин, заместитель начальника треста Гипромедруда. Ну, это со слов сестры. И он как бы и дал эту карту Колеватову. Ну, видимо, Колеватов обратился к нему, сказать, надо вот карту в местности, нет у нас. Где бы взять? Он говорит, да вот вам карта, я тут все исходил. Он как знаток, он говорит, эти места очень хорошо знал. Откуда, я не знаю, может быть,
часто в этих местах ходил, может, летал над ними, ну, неважно, знал. И они начали с Колеватовым, Сашей, обсуждать, вот как пойти лучше, где вот, видимо, там стояночки. В общем, получается, что Саша Колеватов обсудил маршрут вот с этим товарищем Рягиным, практически утвердили они, а вот, значит, вот такой маршрут, составили карту, и Саша эту карту унес. И вот по памяти Рягин эту карту восстановил и передал сестре Колеватовой, и она унесла вот поисковика. Но получается, что маршрут составлял не Дятлов, то есть не то, что не Дятлов, а без Дятлова. То есть получается, что Саша Колеватов с каким-то посторонним мужиком, не имеющим отношения к походу, составляет маршрут, приносит его Дятлову, говорит, вот пойдем вот так. И Дятлов говорит, точно, вот так и пойдем. А вы уверены, что так было? Я вот лично не уверен. А не могло быть так, что Дятлов так посмотрел? Не-не-не, Саш, давай, вот это вот мы вот так не пойдем, мы вот так вот сюда, здесь стоянку делать не будем, здесь... Почему не могло быть вот таких вот моментов уже там, в группе? Плюс еще появляется Золотарев в последний момент в поезд, да, заскакивает, может тоже достать карту, так, а у тебя как карта? Вот так, слушай, не, вот давай вот здесь вот снять. Вы уверены, что вот этих правок не было? Каспар этого даже не отмечает, он даже вот, не предполагает этого. А для меня странно, что Дятлов соглашается с маршрутом, составленным с кем-то, из его, даже с участником его похода, но с каким-то посторонним человеком. А где честолюбие руководителя? Почему он должен идти, так сказать, на поводу? Я бы вот на этот маршрут сильно не ориентировался, если честно. Поэтому вот здесь вот... Опять-таки, понимаете, но Кассу это не интересно. Александр Касс не отмечает этот момент, потому что для него это не важно. Что маршрут вообще мог быть, вообще даже вот... Ему не важно, что Дятлов мог вносить какие-то корректировки. Просто отмечается, что маршрутной карты, значит, не было, и доказывается, откуда она появилась в поиску. Все, точка, пошли, мол, дальше. Ну, дальше так дальше. Я уже сказал, что по его мнению, по мнению Александра Касса, подозрительно, что Лев Иванович Гордо, значит, сначала как-то вот откладывает сроки начала поиска, а потом отправляет вообще по другому маршруту. Насчет откладывает сроки поиска. Вы поймите, тогда не было волонтеров. Но это сейчас вот тут человек теряется, или там ребенок теряется, дается, значит, клич. Помогите найти человека, люди бесплатно, я подчеркиваю слово, бесплатно начинают местность. Все. Я сам в поисках участвовал, был у меня такие моменты. И готов всегда поехать поискать человека, если не проблема лично для меня. Но тогда же было другое время, во-первых. Во-вторых, вы в этой местности где-то волонтеров, где вы там таких найдете, там только студенты. Почему студентов-то и привлекали? Кроме студентов больше особых. Студентов, и, кроме студентов и военных, там никого нет. Кого привлекать? И получается, что студентов-то изначально вообще не могли найти. Вот, говорит, оттягивайте поиски. Да, по-моему, студенты не хотели идти. Он говорит, у них учеба началась. Он говорит, нам учиться надо. Вы что, ребят? И студенты пошли только, когда им сказали, что мы вам зачет эти дни поставим. То есть, отметим эти дни, как то, что вы были на учебе. Вот тогда они и пошли. Да, даже еще, по-моему, там еще и денежное вознаграждение зарисовалось. Манси ведь тоже за деньги. Ну, уж почитайте радиограммы. Манси тоже 500 рублей, там, по-моему, то ли на всех, то ли на одного, я не помню. Сейчас не буду это рыскать. То есть, вот он оттягивал поиски. Как так оттягивать? Причем тут оттягивать? Поиски это затратное, очень финансово затратное дело. Где он? Кого он пошлет? Сам побежит, что ли, искать? Насчет того, что летчик в 2004 году говорит, что, мол, не по тому маршруту нас подправили. Ну, там же не так. У летчика была последняя информация об их передвижении, о передвижении группы Дятлова. Была такова, доехав на лесовозе до поселка Бурмантаново, студенты отправили дальше по Зимнику. Ну а почему, ну может быть, Гордо кто-то эту информацию
сказал, ну почему сразу-то конспирацию тут наводить, что это умышленно куда-то там уводит, мол, не въезжая начинает поиски, а в другой стороне. И там групп, между прочим, туристов, сами же, вот вы посмотрите в уголовном деле, там параллельно с ними уже какие-то шли, извязая группа еще одна. Там вообще было очень много групп туристов. Может, кто-то из них и доехал до, на лесоводе до Бурмантанов. Ну, почему вот не туда сразу? Я вот в этом не вижу какой-то, знаете, связи. Вот тут еще Александр Касс делает такое немножечко... Я же вам сказал, вот они чуть... Он, как и другие исследователи, он немножечко подталкивает. И вот этот небольшой толчок есть, вот смотрите. Значит, получается, что точного маршрута экспедиции Дятлова в спортклубе УПИ не оказалось. И тут же переход. А первыми на поиски выехали почему-то военные с полковником Артюковым. Не милиция, а сразу военные. Почему? А я отвечу. А где вы там милицию найдете? Там милиции два человека. Ну там в ближайшем поселке, я не знаю, говорю, два человека, может быть, найдете, милиция, участковый. Какая милиция? Из Ивделя, что ли, милицию снимать? А Ивделя, если там на меня все обижается. Вы что думаете, там сотни милиционеров можно было так вот взять, снять и куда-то их отправить, что ли? А порядок в городе кто будет соблюдать? Это тоже сложный город, знаете ли. Поэтому лично для меня, то, что поехали искать военные, я не вижу в этом никаких вот каких-то таинственностей. Я ничего не вижу. И сейчас военные участвуют во всех, и в поисках, и в других каких-то мероприятиях. Это всегда было. Ну а кого еще отправлять-то? Ближайших свободных военных попросили, они поехали. Причем военные им платить не надо. Правильно? Но смотрите, он же ведь подчеркивает. Еще раз я уже вам сказал про относительно Гордона. Он даже уже начинает подчеркивать. Удивительно, но неторопливый на поиски студентов Гордо не только задержал поиски студентов в Свердловске, но и, затянув заявкой на самолет, пустил поиск по ложному маршруту через Бурмантаново. Случайно ли? Проверим в конце нашего расследования. То есть идет некое такое нагнетание таинственности. Сразу вам уже дается вбрасывать, вот, опа, военные почему-то пошли первыми. Гордо. Очень подозрительный тип. Потом дальше идет про показания насчет следов лыжни. Я уже про это говорил. Но смотрите, какое интересное видение у Карса на эту тему. Первое упоминание о фактическом маршруте группы Дятлова мы находим чуть ли не в первой диаграмме поискового штаба. Да? Сульману. След видел пастух Анямов Андрей примерно 8-9 дней назад. След узких спортивных лыж. Количество человек не установлено. Следы направляются от верховья Ауспии. От нее направление восточного склона Урала к северу верховья Лазьвы. Нужно искать в этом месте в верховьях Ауспии Лазьвы. То есть, это я вот не всю радиограмму еще прочитал, но прокомментирую сразу же. То есть, Анямов Андрей увидел следы, которые направляются от верховьев Ауспии в сторону восточного склона, ну, хребта Урала, ну, восточного склона, грубо говоря, в сторону восточного склона от Артена, вот так вот скажем, да? И Неволин, который посылал эту радиограмму, он на основании вот этих вот показаний Анямова делает вывод, где надо искать. Нужно искать, значит, в верховьях Ауспи, в верховьях Лазьвы и также на западном склоне хребта по верховьям рек Ванья и Вишера. То есть, это Неволин предполагает, что если есть следы по направлению вот туда, к Атартену, по крайней мере, к восточному его склону, да, то, значит, есть вероятность, что
они прошли туда, и надо их искать там, или на западной стороне. Да? Какой вывод делает КАЗ? Поиски только начались, и тут же появляется пастух Анямов Андрей, который видел лыжню туристов. Но она прошла из верховьев Ауспии в верховье Лазьвы и далее на восточный склон хребта. И добавляет, а потом на западный склон хребта. Но этого нет в радиограмме. Ну, я дико извиняюсь, я несколько раз прочитал. Вот этого, а потом на западный склон хребта в радиограмме нет. А есть предположение Неволина, что надо искать не только на восточном, но и на западном. И вы мне после этого скажете, что у Александра Касса нет вот этого небольшого подталкивания. Ну, извините, я вот не увидел, что лыжня, а потом на западный склон хребта идет. И, естественно, вот на вот этих вот, на этой добавке своей личной, лично Александр Касс это добавил, и тут же на этом же делает вывод. То есть группа Дятлова, согласно свидетелю Анямову, прошла не только района Тартена, но и западный склон Урала. То есть за Тартен. Очень любопытное свидетельство. Конечно, любопытное, но только оно взято с потолка. Не знаю, я вот не увидел. Ну вот и тут же обвинение, что вот мы эту информацию даже и проверять не стали. То есть на западные склоны не ходили. Хотя вот же, Анямов сказал. Дальше идет радиограмма, что соединились с Вязайским спасательным отрядом. Они в верховье Лазьвы обследовали, следов не обнаружено. Они перешли в верховье Ауспии. Их последняя стоянка и лыжня, которая идет на хребет и в горах, теряется. Их люди разбиты на три группы. Одна группа на хребет по течению Ауспии. Лыжня идет на хребет, где теряется. Тут два раза написано, вот, и поэтому не очень понятно. Но я так понимаю, что лыжня вот этого группы Дятлова идет на хребет и теряется. Ну, в принципе, ничего такого пока. Какие выводы делает из этой радиограммы Александр Касс? Да? Как мы видим, в верховье Тартена якобы уже обследовал непонятное образование Вижайский спасательный отряд, да ранее прибывший в составе военных Вижай Лага под чутким руководством полковника Артюкова. Точка. Все, уже связалось. Там почему-то военные первые, тут Вижай Лаг, полковник Артюков. Они уже все обследовали до поисковиков. А вот у меня не связалось. А куда вы Аксельрода тогда дели? Ну, по тому же уголовному делу получается, что в этих местах 26 как раз февраля и должны были пройти Аксельрод, Цагрин, Типикин с двумя радистами. Там же есть показания этих людей. Ну что, мы их выкинем, что ли? Для меня как раз Вижайский спасательный отряд вполне может быть они. Вполне. 10 в радиограмме, опять-таки написано, соединились с Вижайским спасательным отрядом. Точка. Все, больше ничего нет. А Александр Касс добавляет непонятное образование Вижайский спасательный отряд. И сразу вам дает информацию, которой в радиограмме нет. Заранее прибывшая в составе военных Вижай Лага под чутким руководством полковника Артюкова. А откуда об этом знает Александр Касс? Я не вижу в радиограмме этого. Понимаете, вот опять-таки там военные вперед милиции почему-то. Удивительно, да? Для меня ничего удивительного. Здесь, оказывается, этот Вижайский спасательный отряд, это уже под чутким руководством полковника Артюкова какой-то. Отряд из Вижайлага. Откуда такой вывод? Тоже непонятно. Но он уже присутствует. Вам это уже сказали. Все, вы это запомнили. И мы тоже идем дальше. И у вас уже в голове лежит, что опа. Там же Артюков с военным излазил все. Причем я не отрицаю. Вполне может быть. Вполне может быть. Я же не против... Еще раз говорю, я не буду говорить, что не-не-не, до поисковиков там никто не ходил. Все может быть, ходили, не, такое даже вполне может быть ходили. Я еще потом в следующих видео вам расскажу, что есть предпосылки, что даже были до поисковиков там другие люди.
Но из этой радиограммы я этого не вижу. По крайней мере, я не вижу, чтобы здесь было указано, что это какое-то образование под чутким руководством полковника Артюкова. Но Александру Кассу важно выстроить линию, и он ее выстраивает очень грамотно, между прочим. Продолжая про этот же спасательный отряд, он опять, видите, нам сейчас дает информацию. Хотя как можно было в такие короткие сроки, еще до начала спасательной операции студентами УПИ, обследовать 1000 гектар гористой местности? Очевидно, что это умышленная дезинформация, дабы не пустить студентов далее перевала Ауспии и Лозьвы, в сторону от Артена. Но даже в этой мутной радиограмме есть четкое указание на проход группы Дятлова перевала. Лыжня идет на хребет. Вот здесь Александр Кассов сам себе противоречит. Ну, вполне может быть, да, вполне может быть, что здесь было желание не пустить поисковиков туда, куда-то там за Тартен. Или в сторону, да, за Тартен. Ну, тогда уберите, лыжня идет на хребет. Зачем вы это пускаете? Если переводить ту мысль Александра Кассова, в радиограмме пишут, значит, они на хребет не ходили, поэтому нечего там искать. Но лыжня идет на хребет. Ну, прям спрятали концы в воду, так что... И мы уже видим не радиограмму, а мы видим комментарий Александра Касса, который эту радиограмму вот так вот выворачивает. И мы это запоминаем, нам это интересно, мы идем дальше. Потом идут протоколы допросов Брусницына. Первая группа Слабцов, Сараевым, проводник Иван по азимуту, взятому с лыжни группы Дятлова, вышли на перевал Ауспия, Лозьва. Проводник настойчиво уверял нас в том, что группа непременно провалилась в провал у горы Тартен. Ребята, оставив у камней останцев на перевале проводника, решили по возможности подойти и хотя бы рассмотреть подступы к провалу. И ребята при попытке забраться на хребет высоты 1079 обнаружили покинутую палатку. Приводятся показания свидетеля Шишкина, это уже охотник Манси, ну, про который я говорил. На охоте видели следы туристов на узких лыжах, которые шли по реке Лозьва. Да? Потом показания этого Анямова Андрея. Видел следы туристов по дороге, были следы узких лыж, сколько человек шло, нельзя определить. Следы я видел по реке Лозьва, выше реки Ауспии 1,5-2 километра. Следы шли на реку Ауспия, а далее на Урал-горы. Я про эти следы говорил. И вывод Александра Касса, ну мы с ним как бы тут даже серьезно сходимся, да. И вот что говорит Александр Касс. Вот и получается, что все свидетели однозначно уверяют, следы туристов видели за перевалом в верховьях реки Лозьвы. И далее на Уральские горы, то есть в сторону от Артена. И вот что удивительно, проведя многодневную охоту в верховьях Ауспии и Лозьвы, ни один из манси не заметил одиноко стоящую большую палатку на склоне голой, абсолютно голой сопки верха Ауспии, прямо напротив перевала. Они белку за 300 метров видят, а тут целую палатку не углядели. А это значит, что в начале февраля, когда манси Анямова охотились в районе верха Ауспии, никакой палатки не было. А туристы прошли далеко за перевал верховья Лозьвы и далее на Уральский хребет. Палатка возникла после 10 февраля, ее сразу обнаружили. Кстати сказать, лыжня туристов сохранилась в лесной части до прибытия поисков студентов, и она вела вовсе не на гору, где нашли палатку, а строго на перевал в долину реки Лозьвы. И об этом прямо свидетельствует поисковик Шаравин. И нам тут же дают воспоминания поисковика Солянина от 2007 года. А вы мне говорите, что КАС не пользуется воспоминаниями. Я уже обращал внимание на то, что на что не обращает внимание Александр КАС. Анямов Андрей Алексеевич, ну вот он говорит, что следы я видел по реке Лозьва выше речки Ауспии, 1,5-2 километра. То есть я уже показывал, да, Лозьва, ну если по карте смотреть, выше это значит севернее, например, да. Он говорит, выше речки Ауспии, в сторону реки Лозьвы и в сторону от Артена. То есть вот там он увидел следы, где-то вот возле Лозьвы. Но дальше он продолжает, следы шли на Р-Ауспию. Вот на Р-Ауспию я понимаю, что следы шли на реку Ауспию.
Но охотник же говорит, что следы шли, вот я как понимаю, что следы шли со стороны лозьвы, то есть сверху вниз, Калуспии. То есть я не против того, что группа Дятлова до Тартена дошла и может даже дальше прошла, скорее всего, да. Из этих показаний я вижу, что они уже возвращались. А Александр Кас говорит, что вот, мол, видите, какие показания, что они уходили туда, уходили. Есть у нас в этом противоречие с ним. Ну, оно как бы не совсем существенное, но есть. У него опять начинается, что воспоминания, значит, Шаравина, воспоминания Тимпалова. И он говорит, ну вот видите, по воспоминаниям Тимпалова, первым нашли палатку Манси с собаками. Ну как нам не поверить воспоминаниям следователя Тимпалова, с одной стороны. Но с другой стороны, Тимпалова уж там не было. Ну, по уголовному делу первую нашли же у нас, получается, Слопцов. Группа Слопцова уже нашла палатку. Да, у них был проводник Манси. По много-много лет постя Тимпалов говорит, да там Манси с собаками нашли. Мол, сначала собаки нашли женщину. Напоминаю, по уголовному делу сначала нашли Дятлова, насколько я помню. Нашли Дорошенко и Кривонищенко, лежащих возле дерева. Есть даже фотографии. Но Александр Кас идет дальше. Во-первых, он говорит, что нашли всех манси. Никакие поисковики никого не находили. Что манси, ну вот, нашли, потом, видимо, привели. Вот он как он делает выводы, по воспоминаниям вот этим, уже по воспоминаниям, он делает выводы. Вот как получается, не туристы-поисковики обнаружили палатку, а манси. Они с помощью собаки обнаружили первый труп девушки, и лишь потом послали людей с посадки студентов из группы Слопцова, которые открывали палатку уже второй раз, и трупы обнаруживали. Но согласно информации наиболее сведущего в этом, в том деле человека, прокурора Тимпалова, именно манси обнаружили палатки до начала поисков. И именно манси обнаружили один первый труп девушки, который ближе всех и был к палатке. А вовсе не Слопцов с Шаравиным. И вовсе не два трупа у кедра были первыми были обнаружены. А один у палатки. Может, Тимпалов ошибается, но нет. Вот же допрос Тимпалова, смотрите. 27 февраля 1959 года мне сообщили, я тоже буду подчеркивать, это Тимпалов, это из запроса Тимпалова самого, что обнаружен один труп на горе 1079 и найдена палатка студентов-туристов. Я немедленно вылетел на вертолете на высоту 1079, где на этой высоте был обнаружен еще три трупа, а всего четыре. Позднее был найден и пятый труп. Остальных четырех студентов обнаружить не удается по настоящее время, так как в горах имеется очень большой и толстый снег. Я вот в этом ничего такого как бы криминального не увидел, но Александр Кас сразу увидел, читаем его комментарий тут же. Нет, ничего не напутал товарищ Тимпалов. И в том 1959 году он утверждал, сначала был обнаружен один труп у палатки, и лишь потом остальные, этот момент почему-то выпадает из внимания следователя, хотя само-то следствие едва ли можно назвать следствием. Позорное заметание следов преступления под страхом нарушения гостайны. Пока складывается картина, что сначала палатку и трупы обнаружили манси, они дали ориентировку, по которой 24-25 февраля палатку первой трупы, один из которых женский, обнаружили с воздуха. Откуда складывается? Давайте еще раз. Нет, ничего не напутал товарищ Тимпалов. И в том 1959 году он утверждал, сначала был обнаружен один труп у палатки. Где в показаниях, в допросе, как говорит Александр Кас, где написано, что труп обнаружен у палатки? Давайте еще раз перечитаем. Это, подчеркиваю, допрос свидетеля Тимпалова. Это допрос свидетеля Тимпалова 1959 года. 27 февраля 1959 года мне сообщили, что обнаружен один труп на горе 1079 и найдена палатка студентов-туристов. Где в этом предложении можно обнаружить, что труп найден у палатки? Но я, например, не могу сделать вывод, что Тимпалов утверждает о том, что труп найден возле палатки.
Где здесь вот нашел, что Тимпалов утверждал, что нашли возле палатки? А, воспоминания. Воспоминания. А вы мне говорите, что Александр Кац четко опирается только на уголовное дело. А я вижу, что он четко опирается на воспоминания. И даже то, что написано в уголовном деле, ну, слегка так оп и подкручивается. Но дальше будет, дальше идет еще интереснее. Упоминается выдающаяся исследовательница, ну, согласен, большой вклад в исследование внесла Мария Пискарева, ушедшая уже от нас. Ничего не буду говорить об ее исследовании, комментировать не буду. Но она в основном, значит, опиралась на воспоминания. А вы, как знаете, я к воспоминаниям отношусь крайне критически, но неважно. И вот, кстати, доказательство, одно из доказательств, почему я критически отношусь к воспоминаниям. Проводится, что она поговорила с Иваном Пашиным, это охотник, который сопровождал группу Слабцова, когда они обнаружили палатку. И вот эти воспоминания Пашина из статьи «Мансийский след», все перечитывать не буду, весь отрывок. Так вот, и первых погибших, девушку и парня у кедра тоже нашел Иван Фатеевич, то есть вот этот Пашин. Вы можете удивиться, какую девушку и парня и кедра. А Пашин утверждает, что он первый пришел к кедру, не Шаравин, там, со Слабцовым или с Коптелом. Тут уже вообще Коптелов, кстати, не фигурирует, что странно. А вот именно Пашин туда пришел к кедру зачем-то. Ну, видимо, как охотник решил обследовать местность, все может быть. Именно он там увидел первых погибших, но он там увидел не двух парней, да, не Дорошенко, Кривонищенко, а он там нашел девушку и парня замерзших. Один из них держал кусочек бересты, а другой спички. Сидели они на корточках, полураздетые, в таком положении и замерзли. Вы, ну я не буду изображать уж сидящего на корточках человека, да, во-первых, мне как-то это не очень, так и не научился, честно сказать. Но вы можете себе представить вот сидящего на корточках человека? Представили? А теперь представьте, что в таком состоянии человек замерз и остался. Я не могу. Ну не может человек замерз и сидеть на корточках, он упадет. То есть вот он умер, упал. Когда человек сидит на корточках, у него напряжены мышцы ног, все практически. Мышцы спины работают, мышцы ног работают. Но когда человек умирает, у него мышцы перестают напрягаться. Может быть, нога и останется в таком положении, но человек упадет, он не будет сидеть на корточках. Вы о чем пишете вообще? О чем вы говорите? Но для Александра Кааса это неопровержимое доказательство. Неопровержимое. Все, Пашин же вот сказал, он же первый видел, увидел там на корточках. Очень важная информация. Это уже Александр Каас комментирует. И опять же, первые трупы, это трупы не Юрия Дорошенко и Юрия Кривонищенко, а трупы женщины и мужчины. При этом, по свидетельству мансийца Пашина, ну, Пашин Манси, да, я забыл, наверное, уточнить. В момент обнаружения на палатке был сигнальный флажок, а у кедра в сидячем положении были два трупа. В сидячем положении, еще раз подчеркиваю. Они пытались разжечь костер, но не смогли и замерзли. Но для Александра Кааса это очень важная информация. И он из всего этого сразу начинает делать выводы. Очевидно, то есть для Александра Кааса очевидно, что накануне допуска в зону происшествия студентов с бутафорским местом преступления и с трупами происходили различные манипуляции. Режиссеры примеряли различные варианты для финальной сцены обнаружения трупов. Флажок на палатке тоже не случайен, по нему ориентировались вертолеты с чужими людьми. Шла масштабная работа по инсценировке прямо накануне первого обнаружения. Ну, это ладно, хорошо, здорово, Пашин, значит, обнаружил. А кто труп тогда перевозил? Ну, Пашин же уже обнаружил женщину с парнем, девушку, вернее, с парнем. Значит, после того, как обнаружил Пашин, вот тогда, 26 февраля, насколько я помню, обнаружена была палатка. А когда поменяли-то? Ну, тогда получается, что вот эти студенты перекладывали трупы.
Ну, так получается, я больше других выводов не... То есть, Лапцов Пузо перекладывал трупы. То есть, Зину, сидящую на корточках, видимо, перенесли туда, в сторону палатки. А другого, сидящего на корточках, а кто у нас еще в таком положении замерзал? Положение, как будто сидел на корточках, я даже и не вспомню. Ну, видимо, кому-то ноги выпрямили, но так по-другому получается, не получается. Вот, понимаете, что для Касса, Александра Касса очевидно, для меня не очевидно от слова совсем. Ну, вы понимаете, что, поймите, что если Пашин обнаружил сначала так, то в этот же день, вот прям в этот же день, потому что 27-го уже прибыл следователь Кимпалов, значит, уже в этот день, 26-го, надо было все перекладывать, перетаскивать. Насчет перетаскивания трупов я потом отдельно раз поговорю, не буду сейчас. У меня, кстати, есть опыт в этом деле. Знаете, не так это все легко, как вам кажется. Но дойдемте дальше. То есть, смотрите, у него, вы обратили внимание, что основные выводы у него идут на воспоминаниях, а не на уголовном деле. А из уголовного дела... Есть такие вставочки, есть такие добавочки, которые вас сразу, вот вы раз вам добавили, и вы забыли. Пошли дальше. У вас уже в голове отложилось, что вот военные, по главе с Артюком, уже там все излазили, почему-то вперед милиции. В 2008 году была беседа с бывшим судьей города Ивдель, новокрещенных Георгием Васильевичем. Александр Нечаев, значит, проводил с ним эту беседу, и вот дается ее отрывок. Вот именно, самолета применяли и вертолеты, и охотников, и манси, лыжников снарядили, розыски были серьезные, управление лагерное помогало, воинская часть тоже была привлечена. Обнаружили их с вертолета, лоскутки палатки болтаются на ветру. Александр Касс сразу делает вывод. Очень интересно, почему сведения об обнаружении первых трупов и палатки от прокурора и судьи Ивделя не попали в официальное следствие. Прошу обратить внимание, что на момент обнаружения палатки на ветру болтались большие лоскуты ткани. Когда 26 февраля 1959 года в палатке прибудут первые поисковики, у палатки будут отсутствовать лоскуты, а сама она будет привалена хорошо утрамбованным снегом. Вот этот комментарий, частично я с ним согласен. Но мне вот, я же говорю, вот у Александра Здравова манера такая, он немножечко делает такой вбросик. То есть он намекает, что вот он уже про Тимпалова уже упоминал, его там же явно Тимпалов говорит, что первый труп был у палатки, но я же вам уже разобрал. Не говорит это Тимпалов. И на основании этого он начинает делать выводы. Группа Дятлова прошла перевал между Успи и Лозьвой. Лыжня туристов зафиксирована в верховьях Лозьвы и далее уходящие на Уральские горы всеми мансями, охотившимися в том районе. Про лыжню говорят два манси. Один говорит, что видел лыжню между Ауспией и Лозьвой, и она там терялась где-то. А другой говорит, что видел лыжню от Лозьвы к Ауспии. Все. Какие все манси утверждают, что, значит, уходящие на Уральские горы и далее была лыжня? Вывод крайне сомнительный. Второй вывод. Оригинал маршрутной книжки Игоря Дятлова из УД был изъят. Точный маршрут, по которому группа должна была совершать поход, неизвестен. Соглашусь со вторым предложением. Точный маршрут, по которому группа должна была совершать поход, неизвестен. Полностью согласен. Оригинал маршрутной книжки Игоря Дятлова из УД был изъят. Предположение. Может быть, и был изъят. Но очень сомнительно. Третий вывод. Первые трупы были обнаружены у палатки не поисковиками и лыжниками, а манси. Они сообщили координаты поисковикам. После палатку и трупы обнаружили с воздуха в районе 24-25 февраля. Первым обнаруженным трупом был женский труп. Могу частично согласиться с этим выводом по поводу
того, что, возможно, в районе 24-25 февраля палатку с воздуха кто-то видел. Возможно. Ну, это так. На уровне предположений. Дальше все фантазия. Вот просто по воспоминаниям, черти знает, через какое-то время одного манси сделать вывод, что вот так все было. Я вот не могу с этим согласиться, с выводом практически, с третьим выводом, вообще никак. Четвертый вывод. Прокурор города Ивделя Темпалов знал о трагедии намного больше, нежели официальные следствия и студенты-поисковики. Может быть. Все может быть. Ну, также прокурор города Ивделя Темпалов мог не знать о трагедии намного больше. Ну, я так могу такой же вывод сделать, понимаете? То есть мог и не мог. То есть, вот у меня четкого понимания, что он мог знать больше, нет вообще ниоткуда. Это даже не вывод. Как можно сказать, знал о трагедии намного больше, просто потому, что где-то в воспоминаниях он там что-то сказал, что вроде бы там сначала нашли женский труп. Я вообще не понимаю, откуда вот этот вывод про прокурора Темпалова. Вот этот четкий вывод, что он знал. Пятый вывод. Палатка была установлена во второй половине февраля не на месте трагедии, а в месте, где ее захотели обнаружить. Последние дни перед обнаружением в районе палатки происходили какие-то инсценировки с трупами и палаткой. С первой частью этого вывода, ну, готов согласиться. Возможно, и так было. Возможно. Но у меня другая версия. Я-то предполагаю, что палатку переставили убийцы. Могу допустить, что ее переставили там инсценировщики, так сказать, да, могу. Но вот что какие-то, значит, с трупами инсценировки происходили, не согласен. Откуда такой вывод? Из воспоминаний Пашина? И вот это только краткий обзор, достаточно длинный краткий обзор, так сказать, всего одной статьи из всей версии, а там их много. Если я буду вам сейчас комментировать все, то у меня будет, я так понимаю, роликов, ну, штук 30 точно, только посвященных версии Александра Касса. Я не думаю, что мне надо этим заниматься, но вы просили, я вот просто взял выборочно отдельную статью, вот даже, знаете, как лотерея, вот жребий вот кидает ее, этот шарик. Я просто как в спортлото взял, вытащил первый шарик, вот первое, что мне попалось, по поиску. И вот первый попавшуюся статью обсудил. И вот сразу же нашел, ну вот для меня много моментов, нестыковок, натяжек. И опирание больше всего на воспоминания чьих-то, каких-то людей, а не на уголовное дело. И некоторое переворачивание уголовного дела. Надеюсь, я выполнил ваши пожелания. Надеюсь, вам было интересно мое мнение по небольшому совершенно кусочку из версии Александра Касса. В дальнейшем я, как уже обещал, буду рассматривать и другие версии. И буду еще вам говорить некоторые свои выводы по некоторым отдельным моментам. А сказать, если все что, пишите комментарии. Оценивайте мой труд лайками, дизлайками. Подписывайтесь. Потому что вы потому что если вам интересно, то вы можете ведь и пропустить выход новых роликов. А мне очень хочется как можно больше донести своих мыслей по поводу этого дела. И поэтому я могу только вам сказать, до новых встреч, друзья!